Марков сад, что располагается в центральной части города. О том, что здесь произошло в минувший вторник, напоминают только алые пятна на снегу, похожие на кровь. Во второй половине дня вторника город буквально ошарашила новость, что на этом месте на женщину напала собака бойцовой породы. После расправы со своей жертвой пес свободно передвигался по общественной территории до приезда специалистов по отлову. На этих кадрах хорошо видно, что окровавленная собака без особых сопротивлений дается в руки специалистам. Итогом этой трагедии стала госпитализация женщины, а собака была помещена на карантин для дальнейшего разбирательства. Ветеринарная служба сегодня приступила к расследованию данного факта, и было установлено, что данное животное находилось в городе Ульяновске на передержке у одного зооволонтера, и вчера было передано на зоотакси волонтеру города Димитровграда. В результате чего волонтер, я считаю, допустил преступную халатность, взяв животное и пошел с ним гулять без намордника, и в результате чего животное нанесло ему вот такие серьезные травмы. Сейчас пес по кличке Буч содержится на территории организации по отлову животных без владельцев. Как было установлено, собака смешанной породы – амстафф с питбулем. Специалисты наблюдают за его поведением. Пока пес ведет себя спокойно и даже подпускает к себе людей. По словам специалистов, такие действия со стороны животного были спровоцированы воспитанием и отношением к нему. За чуть более одного года, а именно столько сейчас Бучу, он сменил уже не одно место передержки. Любая собака, тем более такой породы, требует опытных рук. И особенно такой породы, часто ведут себя неадекватно, если с ними грубо обращаться. Да? Вы сегодня видели, как я зашел в клетку, мы нашли общий язык с ней. По моим данным, тот человек, который сделал на передержку, постарался сломать психику резко, да? И достаточно грубо с ней вел. Это, конечно, стимулировало ее к агрессии определенной. По истечении 10 дней собака будет ревакцинирована, и в дальнейшем специалисты займутся поисками новых владельцев. Кстати, уже даже есть желающие стать Бучу настоящими хозяевами. Все кандидатуры будут тщательно проверяться как на условия содержания, так и умение обращаться именно с такой породой собак. А потерпевшие, по имеющейся у нас информации, уже находятся дома.